Дорогие друзья, День оружейника – это молодой праздник, но традиции оружейные, они давние, и уже по новой традиции, которая сложилась в Туле вот уже второй год, ежегодно мы в этот праздник открываем бюсты тем людям, которые внесли огромный вклад в развитие оружейного дела России, в развитие Тулы, Тульской области. И сегодня мы говорим о Александре Никитиче Ганичеве, человеку, которому 25 августа исполнилось бы 95 лет, человеку, с именем которого полностью связана и тульская история, и развитие оружия, с именем которого связана одна из наиболее известных систем залпового огня «Град». Эта система до сих пор стоит на вооружении российской армии и еще в 66 странах мира. С именем этого человека связано очень многое. Человек начинал свой трудовой путь на Тульском патронном заводе, после войны вернулся на сплав и прошел путь до первого заместителя, главного конструктора, получил высокое звание Героя социалистического труда. Человек, который действительно оставил огромный след в развитии тульского оружия. Сегодня мы чествуем его. Уверен, что его имя останется навсегда в наших сердцах. И очень хорошая традиция, что в этот день мы открываем бюсты тем людям, которые внесли огромный вклад в развитие оружейной отрасли. Спасибо ему за этот вклад. И уверен, что все тулики будут помнить о нем всегда. Спасибо. Открытие бюста главному конструктору артиллерийских гильз и реактивных систем залпового огня Александру Никитовичу Ганичеву. Ганичева. От всей души поздравляю вас с Днем Оружейника. Для нашего города это совершенно особый праздник. Оружейное дело воплотило в себя душу Тулы, стало ее судьбой, историей и современностью. Много веков назад, будучи крепостью, оберегавшей рубежи русских земель, Тула начала накапливать уникальный потенциал производства оружия. А с появлением Тульского оружейного завода наш город закрепил за собой звание «Главная кузница оружия» для русской армии. Многие из творений тульских оборонщиков не имеют достойных мировых аналогов. Неоценимый вклад тульских оружейников в победу в Великой Отечественной войне. Государственные и региональные награды, научно-производственное объединение «Слав».